Спасите мирного жителя от синих мундиров. 4. А, гады. Прячься в волка. А! Волка-то надо еще выбрать и умудриться. Ха-ха-ха. Ой, накормить опять надо. Тут валяется. Слушай. Там сундук. Вот эти артефакты. А-а-а. Ну-ка, открой-ка карту. А, не страшно? Ха-ха. О. Удобно. Ага. Читер. А где сундук? Еще выше. Вон он светится, вижу. Перебрал. Перебрал. Батенька. О. Шенбяо тебе. Так, карту. Ну, нормально. Пошли артефакт найдем. А я... Интересно, я же могу, по идее, сделать... Вот так. Опа! Круто. Бостон, грязная ложь. Воспоминания. Я даже знаю о чем. Точно. Угу. Вдруг, конечно, они вписали это сюда. Так. Пошли дальше по заданию. Я думаю. Дополнительные задания здесь как-то не впечатляют особо. Ау! Ну ты что ж ты... Сюда. Не цеплючий такой. Наоборот, слишком цеплючий. Нас здесь легко запрут, если Франклин приведет подкрепление. Как в тот раз. Рудун Хедиеду. Мне сказали, вы прекрасный охотник. И можете выследить кого угодно. Я стараюсь. Вы бы мне пригодились. Я годами боролся за свободу. Я думал, Вашингтон принесет перемены, но он предал нас. Пришлось начать все снова. Увы, во второй раз все куда хуже. Сэр, порох кончается. Придется оставить Бостон. Не то нас раздавят. Но я хочу освободить пару друзей. Они все верные люди. Но нельзя, чтобы этот убийца Франклин опять застал нас врасплох. Если вы... Проследите за Франклином, пока мы спасаем друзей. Это запутает синих мундиров. У меня к Франклину свой разговор. Прекрасно. Наши желания совпадают. Мы нередко получаем важные сведения в этой таверне. Вас нельзя назвать незаметным, но если сможете смешаться с толпой, наверняка узнаете о планах Франклина. Почему они в красных мундирах? Англичане, что ли? Ну, типа того, но вообще, по идее-то нет. Так, не понял. Вот так тебе. А чё, куда идти-то? А, вместе с тем стражником на крыше. Да, кстати. Сколько я от них натерпелся тоже. Это, может быть, разработчики просто подарок сделали игрокам. Отомстить всем и вся. Свободу такую дали вообще. Ага. Ну просто его того и все. Пам. клево. Я даже про сундучки забыл. Улёк с полетами. Да нет там никого, тебе показалось. Опять кого-то расстреляли. Чем они занимаются-то? Расстреливают там людей. Опять видишь кого-то? А не их тебе надо было спасти? Возможно. Только при таком раскладе надо сразу кидаться. Да-да-да. Но я просто не знал еще как-то. Дай сюда. Не умеешь пользоваться. Не пользуйся. Опа! Мужик, ты бы шел отсюда. А что ты прибежал, непонятно зачем. Ау! 3 здоровяка осталось. А ты передуши их нафиг. Из волка. А. Тупой урод. Че обзываются? Ой. Да-да-да. Ох ты, блин. О. Бегай, как бы мало. Черт, патронов нет. Че, все пустые, что ли? Ау! Че деретесь-то? Ах! Да. А! Уходим. У тебя ХП нет. Черт. Стрелять сейчас будут, да? Ага. Ау! Отстаньте! Смешаться с толпой, ага. Ага, достали. Да, блин. Гады! А желтая это собака? Да. То есть в городе тоже желтым собаки обозначаются. Сейчас так сразу. Фига их там. А почему не работает-то? Не пойму, что. Я ухожу. Тебе, похоже, под инвизом надо уходить куда-нибудь за угол, там восстанавливаться. Ага. Ну как-то здоровье очень уж. Быстро уходит. Утекает. А. Черт, пора бы домой, мамочка. А все уже засекли. Ай-яй-яй. Даже вот сюда, да. Думаю, не поймаете. Останавливайся быстрее, здоровье. В бою как-то очень хреново. Угу. Отстаньте от меня уже. Все? Нет, не все. А тебе за желтый надо выйти. Все. А, гады! Собаки! Бесите. Опять желтая. Он сено можно залезть. Где сено? Слева. Вот прям под тобой, внизу. Еще. Вот оно. Что это было? Почему он просто прыгнул-то? Мужики, отвернитесь. Ага. Бесите же вы. Да, блин, ну почему же ты работаешь как-то криво? Камеру причем не задираю, а без толку. Так. Все, и не двигайся. Хотя не засекли. А играть кто будет? А что там происходит? Здрасте. Короче, бей их просто. Ага, они противные. Ну, и да. Смотри, сколько их. Ну, падай. Да, блин, но почему ты постоянно мешаешься? Потому что ты негодяй. Ай, ну-ка не стрелять! О! Не стал стрелять, смотри-ка. Ага. Ну-ка, хелп. Вот так. У тебя же хоть пистолет-то есть, держи. Мне переключаться неудобно. Фу, наконец-то. Тел. Че? Ну пошел отсюда. Тут кровь. Прилег. В обнимку. Молодец какой. Ай. Ты чего такой противный? О. Оружие один. Этот датский топор является типичным европейским инструментом моряков. У меня датский топор теперь есть. Ну-ка, ну-ка. Это вот этот маленький? Нет. Твой же, вроде такой вот же этот был. Большой. А где он? А, вот. Хочешь поверчу? Хочу. Вот так. Прикольно. Хоп, 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 хоп. Крутой. И побрился. Деньги можешь зарабатывать хорошие. В очередь и брить всех. Да. Народ? Да. Не думал, что сюда пускают дикарей. Ну-ка, тихо там. Опс. А, слушай, краться надо, что ли? Слушай, краться надо. Они все на тебя, видишь, как реагируют. Никто не хочет сыграть. Хочет. А что делать? Может, сыграем? О. Это куда лучше карт, правда? Не, смотри, тут играть надо. Я думаю, между прочим. Ладно, просто поболтать хотел. Вообще шашки не играл 100 лет. Просто шашки или что это? Поддавки, кажется, здесь. Кажется. А что там за задание-то было? Просто сыграть в шашки. Почему-то камеру нельзя сдвинуть. Так, теперь я его должен съесть. Ага. Эй, Джимми, Франклин послал меня с новым сообщением. Сочувствую, дружище. А хуже всего, что сообщение для Патнэма. Боже, ты точно вляпался. Угу. Хоть один из них да всегда найдет причину тебя выпороть. Франклин отдаст по плечу, а Патнэм попробует его переплюнуть. Он две срубит. Что-то затевается. Ну, одну кружку и все. Ну да. Надо доставить пакет, не то меня высекут, а то и хуже. А, второстепенную сделали. Все? Да. Вот и поиграли. А что там говорили? Будем считать, что ты выиграл. Виктория молчала. Нужно тихо вытащить пакет из его кармана. Тихо. Красть надо. А ты в невидимом состоянии можешь воровать? Тебя уже ищут. Подозрительных индейцев. Ты же подозрительный индейец. Там с тобой кто-то идет. Я сейчас. Ай, драпаем! Все нормально, я думаю. За нас. Убегут или по башке дадут. Ну ладно. Генерал Патнэм, кажется, возникло недопонимание касательно наших позиций и полномочий. Необходима личная встреча. Завтра в порту в 10 вечера. Безопасность обеспечат те же, что и раньше. Ваш Бен Франклин. Если Патнэм не получит это письмо, мне не подстеречь Франклина. Надо обратно подсунуть письмо курьеру. Ёкломанная. Так, что такое? А, не выдерживает. Не, нормально все. Продолжайте. Такая добрая. Так, кому его подбросит обратно? Где-то там. О! О, сейчас вот туда, да. А что он там встал? Стучит, стучит. Если это доставят, Франклин будет мой. Фу. Забавно. Корабль знакомый. Ага. А, нет, это веер. Были тут точно. Но... Не, ну корабль-то знакомый. Ну, кстати, да. Корабль тоже знакомый. Но мы здесь ни разу не лазили. По сюжету только мы здесь лазили. Точно. Помню. Могу я туда сразу портнуться? Да, могу. Сундучок. Ахаха. Стрелы, мясо. А те что не взял тогда? Не хочу. Ты типа в засаде? Да. Опа. Ага. Ну почему ты не хочешь на него отлетать? Чё за фигня-то, ну? Я же зажимаю. Что не работает-то? Почему не работает? Гад. Время идет. А! 10 секунд. Фу. Гад. Как-то криво это все работает. Прикольно, но не знаю, вот как-то не очень удобно все сделано. Камера постоянно куда-то разворачивается зачем-то. Так, ждем следующих. Вы кто такой? Генерал Патнэм не может с вами встретиться. Что? Что за вздор? Вашингтон об этом узнает. Король Вашингтон? Его Величество отбыли в Нью-Йорк разбираться с назревающим восстанием. Как отбыли? Почему мне не доложили? Генерал Патнэм велел отдать вам эту прокламацию. Приказ короля. Сим подтверждаю, что Израиль Патнэм отныне... О! Что это? Вот и все. Отныне вы подчиняетесь Патнэму. Мне подчиняться ему? Прекратите дерзить, иначе эти люди вас пристрелят. Охрана! Охрана? А я думала, это Патнэма. А кого надо убивать? А, ЛТ. Вы бы хоть предупреждали, что ли, что сейчас КТЕ начнется какой-то. А я жму, сижу, другие кнопки жму, как обычно, там, прыгнуть, убить сверху. Все перепробовал, оно не реагирует. Почему ЛТ? Тран. Догоните Франклина. Мне его убить или просто догнать? Пока догнать. Потом видно будет. Наверное. О-то, господи. Споткнулся. О, из грязи. Идем. Боже, что я наделал. Я стал чудовищем. Вашингтон словно имел надо мной какую-то власть. Ну же! Он одурманил меня. Он... Не желаю слушать. Пойдете со мной. Куда мы идем? Вы хотите убить меня, но я могу вам помочь. А, мне его толкать надо? Ну да. Точно. Спрячь оружие, а то страж будет реагировать. Я не могу. А, то есть он словно вот подчинил себе мои мысли. Я не в силах был думать сам. По приказу короля, да иди ты уже. Пощадите. Я ведь только сейчас стал собой. Оп. Я вызова. Много. Я раскаиваюсь. Я действительно не в себе. Боже, эти звери вас слушаются? Невероятно. Ты можешь сам идти? Ну. А если пощажу? Я хочу лишь искупить свою вину. Я посвящу каждый миг уничтожению короля. Как? Поверьте, я могу быть очень полезен вам. Я служил Вашингтону, я знаю его привычки. Мы обсудим это с Адамсом. Ну ладно. Какая чертовщина творится просто. Слов нет. Так. Ага, близко. А долетим. Не сможет летать, не сможет летать. Золотые. Ха-ха-ха. Вот раз. И можем. Но это не летать, это перелетать. Порхать. Не придирайся. Порхать. Порхать. Ты даже так не можешь. А ты можешь как будто бы? Я могу. Это не ты можешь, это Конор может. Это Рудун Хедиеду может. А я вот вообще лежу. Мне хорошо. Молодец. Мистер Адамс, я привел пленного. Франклин. Мерзавец. Во двор его. Расстрелять. Нет, нет, Сэм! Я же пришел в себя. Я хочу помочь. Хм. А убийство моего кузена Джона? А семьи из Дорчестера? А Северная Церковь, которую ты сжег вместе с людьми? Это ужасно. Убейте его. Нет. Он нам поможет. Чтобы победить, надо добраться до Вашингтона, а Франклин близко знает его. Мы узнали, что он в Нью-Йорке. Надо бы связаться с Джефферсоном в Манхэттене и атаковать вместе. Но как проскользнуть мимо оцепления вокруг Бостона? В гавани полным-полно солдат. Патнэма нет, а капитан стражи на бостонском перешейке нам сочувствует. Думаю, он поможет, если сам при этом не пострадает. Значит, он должен помочь так, чтобы не выдать себя. Может, он утроит норму рома, солдат? Мы застигнем пьяную стражу врасплох и прорвемся. В Нью-Йорке я буду особенно полезен. И слушать не хочу. Я создал хитрую систему защиты для дворца Вашингтона. Нападение будет там полной неожиданностью. Сможете провести меня туда? Вам понадобится особый металл. В городе есть верный мне кузнец, он поможет. Что за вздор? Я добуду этот металл и догоню вас, Сэм. Это безумие, друг мой. Но до встречи в Нью-Йорке. Какую еще систему защиты? Какой металл? Что-то связанное с этими? А мне вот интересно. А еще будут какие-то духи? Наверное, в следующей части еще будет, да, в эпизоде? А может быть и в этом эпизоде что-нибудь еще дадут. Даже не знаю. Какие там еще интересные духи могут быть? Что-то даже мысли нет. Ну что, бегать? Бегаешь. Летать, летаешь. Осталось какой-нибудь моржа, чтобы плавать. Ты знаешь, я думаю, что мы оба с Конором не очень согласны. Ну ладно. Будешь котиком. Но если так подумать, то не хватает... силы и какого-нибудь духа гепарда, чтобы быстро бегать. Хотя зачем? Мы в этом волке. Ну, я не знаю, короче, дадут что-нибудь, будет хорошо, не дадут, фиг с ними. О, это ж тот кузнец. Ага. Чем могу помочь, господин? Меня прислал Бенджамин Франклин. У него к вам просьба. Франклин? Он сказал, у вас есть необычный металл. Он просит отдать его мне. Тут такое дело. Дайте его мне. Зашел тут один малый подковать лошадь. Время нынче такое, железо не достать. А детей-то кормить надо, а? Уж простите. Ты пустил его на подковы? Ага. Красиво вышло. Прям очень. А тот малый сразу уехал. Он в крепости служит. Или это не тот кузнец, не пойму. Ну, похож. Ну, судя по тому, что он говорит, не тот. Видимо, да. Я не помню, как тот выглядит, честно. Ну, похож, но эмоции по-другому изображены. Но, может быть, лицо другое. Просто похож. В зале он моложе смотрится. Ну, как-то да. А вот именно черты лица я не помню. Незаметно украдите лошадь. Незаметно украдите лошадь. Там собака, аккуратно. Стоп, какую лошадь-то? На которой подкова. Это нам туда. Ага. Собака. Фиг с ней. А, читер! Прикольно. Незаметно. О! О! Ну, ныряй! А! Так, еще раз. Пока есть такая возможность. Так вот, если подумать, на самом деле, было бы удобно, если бы в воздухе можно было как-то время замедлять, прицелиться куда надо. Куда я полетел? Здрасте. До свидания. А я не вижу золотой. Я тоже не вижу. Давай нырнем. Так, лошадь. О, там. Что, на нее прыгнуть и ускакать на ней? Или как? Да, наверное. Незаметно надо. А как незаметно? А, ну отстаньте. Уже засчиталось? Засчиталось. Да. Все, драпаем. Ха-ха-ха. Всем пока. Ну, уходим. Мужики. Это было не так задумано. Лошадь, стой! Ну, офигеть. Что-то как-то... Ай, да, отстаньте. По-моему, так задумано, да? Да. Я не знаю, но у тебя хп очень мало. Ай, как же вы достали. Да я пытаюсь. Налево, налево, хорошо, срезай. Вот, блин, она там драпанула. Я ее украл? Вон она, вон она. Прям на нее не могу. Почему? Было бы прикольно. О, там сундук. Подожди. А я думал, что такое. Давайте уже. Уходите. Ага. Все? Не пойму что-то. Вроде все. И куда теперь? Теперь подковы снимать. Пойдем. Кузнецу, наверное. О, ну и жара здесь. Я растопил печь посильнее. Чтобы расплавить этот металл, нужен очень сильный жар. Вы его достали? Надеюсь, у вас есть лом. Зачем? Крепись, лошадь. Эх, бедная лошадка. Класс. Да, этой способности будет не хватать. Потом, наверное.